Осень в этом году удивила даже специалистов. Такого плюса на термометрах они не наблюдали давно. Аномально теплая для октября погода зафиксирована в Кузбассе, Новосибирской области, на Алтае. С чем связаны аномалии? Екатерина Селиверстова побывала на метеостанции. Ей слово. Особо теплый октябрь порадовал междуреченцев в этом году. За комментарием обратились к начальнику метеостанции Елене Левченко. К слову, ее стаж составляет более 35 лет. Наверное, такая профессия, одна из немногих профессий, которыми, вот если стал метеорологом, то им уже и остаются уже до пенсии, после пенсии и всегда. По поводу аномально теплой я бы ничего не сказала, потому что средняя суточная температура, по которой мы определяем, аномальная она или не аномальная, она в принципе в норме. То есть вот за первую декаду я посмотрела, где-то 4,5 градуса у нас средняя суточная температура. Был у нас год и потеплее, что за первую декаду октября было плюс 9 градусов. То есть еще теплее, но там были дожди. Просто когда идут дожди и температура теплая, она не так ощущается. Угу. Поэтому у нас сейчас вот так вот и идет, что вот очень теплый октябрь. На самом деле все в пределах нормы. Судя по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, теплые дни в Междуреченске простоят еще сутки, после чего начнется похолодание. Завтра ночью ожидается от 2 градусов тепла, а днем до 12 градусов. Послезавтра ночью температура воздуха все еще будет выше нуля, а уже днем до плюс 12. В пятницу уже минусовая температура, от минус 2 ночью до плюс 7 днем. Екатерина Селиверстова, Сергей Ремин, новости, Мой Междуреченск.